Отлично! Для слова заместителю Одесского городского головы, идейный вдохновитель и основатель проекта «Недели добрых дел» в городе Одессе Павел Вугельман. Ваши аплодисменты! Доброго дня, шановні присутні! Від мера міста Геннадія Леонідовича Труханова щиро вітаю усіх присутніх, не молоді. Искренне хочу всем пожелать крепкого здоровья. Сегодня такое молодежное все-таки мероприятие. Я себя все еще отношу к молодым людям, несмотря на то, что у меня трое детей. И я решил от лица городского совета подарить небольшую хип-хоп-песню. Если можно, конечно, да? До утра и с утра до ночи каждый делает, что хочет, а мы выполняем свою любимую мессу. Мы всегда говорим, что мы любим Одессу. Спасибо, с праздником! Да, революционный настрой. О боже мой, Герман, вот он. Всем еще раз привет, хорошего вечера. В жизни человека, который захватывает его целиком и полностью. И на фоне его ты чувствуешь себя обыкновенным, ставя его превыше всего. Светят сучи в глаза, а мне прикольно. Ходим с хороводом, тусим электронных.